Друг, зацени канал Demon Show. Здесь Данил расскажет тебе, кого покупать за фрагменты, сколько придется потратить алмазов на легендарный скин и обзоры событий в Mobile Legends. И, конечно, на канале проходят стримы. Ссылка в описании прямо на видео с получением легендарки Алукарда. Переходи, смотри, подписывайся. Мур, привет, друг, это Зверько. А вот и добрался ты через дебри реворков к новостному выпуску обновы 1.3.56. Погнали! Кстати, для тех, кто из вас пропустил реворк Ли Сунсина, Рафы, Эстеса и Чане, будут ссылки в подсказках справа сверху. Новый скин Ханзо, король нежити, будет стоить 599 алмазов и доступен с 5 марта. Кроме того, можно будет базовый скин Ханзо апнуть до короля нежити. В коробке удачи будет доступен облик Клауда, меха-дракон. Ну, сами знаете, сколько на такой скин придется потратить. А если нет, погуглите мое видео. Изменения героев. Вернут базовую атаку, которую добавили для стрелков в обновлении 54. Лишатся апа Клинт, Ханаби, Клауд и Бандифик. Реворкнутая Нана. Ссылка в подсказках справа сверху. Пассивка. Оптимизация отображения. КД пассивки увеличили до 120 секунд, и это правильно, а то бессмертие каждые 90 секунд жирновато. Увеличили ускорение в измененной форме, теперь будет добавляться 70% к скорости бега вместо 40%. Также сделали эффект небольшой регенерации после превращения в енота, чтобы малохитовым совсем уж не бегать. Я полностью согласен с такими изменениями. Реворкнутый Кая, там же в подсказках. Второй навык – улучшили логику, вернули рывок вперед, ускорение и оставили 3 бомбы. Играть будет проще, да и сильно имбовать как с 6 бомбами не будет. Пассивка – урон теперь срезает не 7% от максимального хп, а 5% и бьет цепью по троим, а не по 5 врагам, не считая первого. Кая на тестовом имбовал, его приводят к норме, изменения логичные. Реворкнутый Дигги. У первого навыка немного уменьшили базовый урон, видимо подрывал пуканы игроков. Я бы еще прикрутил ему отметки на карте, как у Селены, чтобы для себя было видно, где бомбы еще стоят, а где уже сработали. Реворкнутая Чане, ульта. Увеличили немного базовый урон, добавили бонус от магической силы, теперь 20%, а не 16%. Но кролики наносят не 50%, а только 33% урона каждый. Исправили баг, связанный с ультой. Это даже особо нерфом не назвать. Посмотрим, как заиграет на основном сервере. Кстати, как ты помнишь, кролики держатся на Чане, пока есть щит. Что она будет делать, когда рядом Эсмеральда? Гвиневра. Изменили прирост хп с уровнем. Будет 197 вместо 167. Ланселот. Ульта. Исправили баг, когда не носился урон целям возле стен. Боевые изменения. Уменьшили золото за первых двух миньонов-копейщиков. Уменьшили получение опыта за убийство, теперь формула 50 плюс 5 умноженное на уровень героя, а было 60 плюс и дальше по формуле. На этом сегодня все. Пиши свои впечатления в комментарии, подпишись на канал и делись видео. Конечно, поставь лапку и пока!